Такие все загоревшие. Я еще белая. Надо сейчас одевать купальник. Итак, друзья, в этом видео мы покажем, как мы провели шикарно день рождения Людмилы 22 февраля Шарм-эль-Шейх. Поехали! Нам на пляже вот такой вот коктейль подали. Значит, здесь виски, водка, джин-тоник, мята, клубника. Короче, ребята, все, что хочешь. Ну, кстати, я еще пока ничего не ощутила. Ну, у нас там ну... по дэшу всего. На вкус так ничего. Хороший. Да-да. Ничего так. То холодно, то жарко. То холодно, то жарко. Хочу. Страшно, акуля тут страшно. Что, серьезно? Да, да. Да, не, не пугайте. Я акуль. А, вы акула. Не надо, не пугайте. Вот так. Воздух сейчас на нее одену. Я не слышу все равно. Давай, вперед. Что говорит, не говорит. Ду Людасика. Ду Людасика, пока покупаю. Ребята, вот Людочка, она смотрит через маску. Это потрясающе. Как будто там в аквариуме находишься. Так хорошо видно. А рыбки какие дружелюбные. И вот они... Я тебя украду, друзья. Мужчин попроси, они оденут. Да, обслуживание шикарное. 5 звезд. 5 звезд, да, да, да. Просто голову опускаешь и все. Уши поправь себе, уши поправь. Мама, да! Она воды сейчас наберет. О, поплыла. Смотрит, смотрит, смотрит. Голову просто опускай, голову! Жарко. Так обидно, перед отъездом такая хорошая погода. Жарко, просто. Сейчас буду девочек фотографировать. На бесплатную. Куда нас везут, мы не знаем ничего. Погода сегодня прохладная, холодная. Февральская. Февральская. 22 февраля, день рождения нашей с вами золотой рыбки и моей доченьки. Катя, ну что? Катюш, давай. Давай, на через лестницу. Давай, давай со мной, Катя. Так, Катя пошла, Катя. Катюша пошла. Я уже была. Пока Оли нет, давай. Потом, Катя, отожмешься, как я, и все. Давай, 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 давай. Катя, мы рядом, давай. Давай, 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 давай. Катя. Я молчу. Пока тебя не было. Класс. Девочки, возвращайтесь, вода холодная. 22 на 2, 22. Значит, вы в сознании, девочки. Мне 26. Я хочу. Все. Молодцы. А он включен. Я рада, что вы живы, что вы помните, какое сегодня число. Давай, Доня. Катя, камон. Какой магазин? Ну все, девочки, вы, короче, сезон открыт. 20-20 лето. Как в Египте говорят, по телевизору объявляют. Сегодня началось лето.
фишермен, да. Фишермен. Значит, вы находите орла, который держит у себя в лапах рыбу. Это день рождения. Отмечать день рождения. Давай, дочка. Смотри, вид на мечеть. Ты сядь здесь. Мам, тебе надо сесть, наверное, здесь, чтобы ты смотрела на это прекрасное. Сейчас я сяду, я хочу выпить. А то я снимаю целый день сегодня всех, но никто меня не снимает. Ты сюда смотри. Красиво, посмотри, как сзади тебя. Сядь сюда, ко мне. Обалденно. Вот, значит, орел, и у него в лапах рыба. Вот, название Fisherman. Ресторан. Молодцы, молодцы. Это, видно, хозяин. О! Спасибо. Спасибо. Национальный. Спасибо. Thank you. А идет мне, да? Красавица, да. Фу, ждем, короче, креветки, ребята. Вот контент-то, контент. Мы даже не подозревали, что эти шапки оденут, блин. А пиво вкусное. Я тебя знала? Это ж Стелла у них, Стелла. Она везде $3. Ребята, $3. Кто не поверит, что мы были в Египте? Сразу видит. Две египтянки. Ой, хай бог мыло. Хай бог мыло. Украина там пада. Это, хочу передать привет особенно в Житомир. Житомир, смотри, Алена. Алена зеркальная. Твоя украиночка превратилась в Соломею. Светик, Натали, Саталей, девочки. Короче, мы гуляем. Сейчас креветки покажем. О, кто-то целовал меня, мам, ты целовала меня. Hey, baby. Девочки, алкоголь уходит как в песок. Просто в песок. Да, пока медикаменты не понадобились. Все, гаси. Нам креветки подали. Это да. Офигеть. А пахнут как? Вот это вот стоит 15, да, Дуся? Не знаю сколько. В смысле? Да, $15. Класс. Вау. Офигеть. Офигеть, 15. Ой, ой, как же достать? Сейчас достанем. Сейчас будем кушать. Вот это, ребята, день рождения, это день рождения. Со свечкой. Ты довольна, Дудь? Да! Креветки так хотела. Класс. Как красиво вообще. Эти свечка, свечка. Давай пробовать. Да, давай. Тебе тоже день рождения сегодня? А, нет. Сегодня, today, сегодня, Маша и Маргарита Людмила, день рождения. Today is Маша и Маргарита Людмила, first day. Let's celebrate together, давайте все! Девочка одна. А мне звонит телефон, я ему понять. Я отключаю его. А это этот. Я такая, слушаю. А завтра 8:20. Я говорю,
Да-да, хорошо. Это финики, между прочим, уже вареные в сиропе. Это не свежие. Свежие, они белого цвета. Я в шоке. Я сама в шоке. Вот, да. Сейчас буду спрашивать в интернете. Мы-то кушаем в этом, скажите, в Украине, везде. Мы, да? Получается, едим мусор. Да. На лабутенах я и в восхитительных штанах. Как музыка. Ну что, пойдем еще по это самое, потом потусим вечером, попозже. Меня сирота на выставку погода. Очень много. Все спать. Дурочка. Сколько время, кстати? 8, уже пора отдыхать. Пора отдыхать? Какая ты дурку малая. Вана выставки Ван Гоги. Группа Ленинград.